День знаний – по-особенному волнительный праздник для тех, кто переступает порог школы впервые. Начался ответственный этап. Важно ничего не упустить. Мы ходили в Мегу, там покупали все. И еще моя бабушка, папина бабушка, то есть мама, она мне купила рюкзак с пеналом. В этом году школа-лидер распахнула свои двери для 218 первоклассников. Все ребята прошли дошкольную подготовку по базовым предметам. Эта школа является одной из самых лучших, да, и по техническому оснащению, и по преподавательскому составу, и по уровню тому, как учителя передают эти знания своим ученикам. Школу-лидер в Химках открыли 2 года назад, но уже сейчас она является флагманской. На лидер равняются учебные учреждения не только нашего городского округа, но и других муниципалитетов Подмосковья. С гордостью носить звание учеников и поддерживать статус школы своими успехами школьникам пожелала депутат Государственной Думы России, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Я хочу вам пожелать, чтобы впереди у вас был интересный путь. Путь учебы, путь познаний, путь, где вы будете приобретать много друзей и много интересных дел. Хочу пожелать вам, чтобы вам всегда сопутствовала удача. Быть дружными, быть успешными. Зарядить ребят бодростью и позитивом на праздник в честь Дня знаний приехал и популярный видеоблогер Артур Диланян, известный под псевдонимом Ян Дилан. Возможно, многие из вас еще не до конца осознают, что это самое-самое прекрасное время. Я бы, например, с удовольствием бы сейчас оказался в каком-то классе и просидел бы там годик-другой, а не вот это вот все, как говорят у нас в интернете. В гости блогер прибыл не с пустыми руками. Ян Дилан подарил школе умную колонку с голосовым помощником, которая, по его мнению, точно пригодится в учебе. После встречи обязательное фото на память. Яркое начало учебного года в лидере – это традиция. Оно всегда сопровождается выступлениями, поздравлениями почетных гостей. Но, безусловно, самый долгожданный момент праздника – это первый звонок. Трогательное и запоминающееся зрелище. Момент, который никогда не повторится, но совершенно точно навсегда останется теплым воспоминанием у каждого первоклассника. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.